Половина от всех дорог Северо-Казахстанской области требует ремонта, а это свыше 3000 километров. Чтобы сократить износ, специалисты стали активнее применять инновационные технологии. И теперь дороги в сельских глубинках ремонтируют по европейскому методу. Нургуль Ахметова расскажет об этом подробнее. Дороги – это артерии государства, как в организме вот вены, артерии, вот это дороги. Несколько раз в день аграрий Сергей Руткаускас ездит по этой дороге в райцентр и обратно. Дела хозяйственные решает. На тормоза он нажимает уже по инерции. Знает почти каждую кочку. Привезти тот же ГСМ, да? Вывести свою продукцию. Это же все дороги. Все зависит от этого. Все эти годы обходились, скажем так, своими силами. Ремонт такой мелкий подсыпали силами вот сельхозформирований, кто сколько мог. Грунтовую дорогу между селами Кривощеково и Афанасьевка в этом году решили отремонтировать. Из бюджета на эти цели выделили свыше 100 миллионов тенге. Вот уже второй год дорожники применяют инновационную технологию холодный ресайклинг. Старый асфальт снимают, перерабатывают и опять укладывают. Этот способ позволяет значительно сократить затраты на ремонт и увеличивать при этом охват. У нас стандартный капитальный ремонт в среднем, согласно ПСД, 100-130 миллионов составлял. На сегодняшний день с применением новых технологий данный проект 1 километр составляет 30-33 миллиона тенге. Соответственно, протяженность увеличится 3-5 раз. В 2015-м на ремонт дорог Северо-Казахстанской области выделено свыше 5 миллиардов тенге. В регионе планируют отремонтировать 250 километров автодорог и два аварийных путепровода. Нургуль Ахметова, Дмитрий Рура, Петропавловск, 24 КИЗ.